Перед нами вино Алмеда, сорт винограда Карминера, 2018 год сбор. Это у нас чилийский экземпляр. Вино продается, в принципе, чилийского производства везде, и в пятерочке, и в красном, белом. В данном случае это вино защищенного наименования места происхождения, категории до, регион Центральная долина, полусухое, красное. Изготовлено из сортов винограда Карминер 85% и Кабарне Савиньон. Ну, это разрешается, когда идет смесь, где-то 85 на 15. Год урожая указан на упаковке. В принципе, чилийское вино неплохое. Я взял из-за винограда Карминер. Вот если был бы, допустим, какой-нибудь Кабарне Савиньон, мне почему-то эти известные сорта Шардоне, Кабарне Савиньон не очень мне нравятся. Ну, попробуем, что за экземпляр. Это у нас красное полусухое. Цвет, скажу вам, насыщенный, такой гранатовый, рубиновый, глубокий. Так, естественно, надо бы прозрачный полностью бокал, без всяких рисунков, вложить на белую ткань, чтобы любоваться цветом продукта. Ну, в принципе, нормально. Что, по вкусу ничего такого экстраординарного и особенного. Полусухое, как полусухое. И красное. Ничего такого выдающегося нету. По правде сказать, стандартный вариант. Как некоторые говорят, на каждый день. Непритязательное. Но, в принципе, сойдет.